4 июля 2019 год, карьер Никифоровский, Одинцовский район. Машины идут одна за другой. Утро 4 июня для жителей Никифоровского оказалось недобрым. Тишину на карьере нарушил шум самосвалов, которых здесь быть не должно. Ведь добывать песок на землях сельхозназначения по закону нельзя. Решением 10-го арбитражного апелляционного суда было оставлено в силе постановление Министерства экологии, которое зафиксировало нарушение условий пользования недрами обществом ООО «Текосервис». Новость о начале работ на карьере близ Никифоровского разлетелась в чате инициативной группы жителей поселения за считанные минуты. Активисты собрались у въезда на объект. А информация о том, что «Текосервис» возобновила добычу песка вопреки решению суда, была передана в Министерство экологии региона, администрацию муниципалитета и полицию. Поскольку администрации отсутствовали какие-либо сведения, на основании чего проводятся эти работы, нами были направлены запросы в природоохранную прокуратуру Московской области, а также в полицию Одинцовского муниципального района. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Администрация Одинцовского муниципального района считает, что работы проводятся в нарушении действующего законодательства, поскольку земля предназначена для сельхозназначения. Напомню, 18 мая в ДК «Полет» прошел круглый стол, посвященный рекультивации карьеров в Пронском и Никифоровском. На нем руководство компании «Текосервис» заявило, что готово работать открыто и в правовом поле. Оценку их сегодняшним действиям дадут правоохранительные органы. Евгения Августина, Мария Шматкова, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».